Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с тренировки. Так, заберем наших всех бойцов. Это, как всегда, для начала. Так, квесты. Здесь завершили, и все, да? 10 гемов, ребята, у нас пока. Так, в магазине что у нас есть? Так, привидение. Привидение, ребят, мы можем прапать его, что ли, получается, да? Так, мы это посмотрим, обязательно заберем одну бесплатную карточку и... Ай-яй-яй! Нет, ребята, сегодня у нас пробирки с опытом, а я думал, что сейчас, вот прям в сию секунду мы получим с вами 78 уровень. Но нам сказали, болт тебе, Рэй, на всю морду. Так, ну что ж, давайте тогда мы с вами... Что у нас тут? А, вы посмотрите, ребята, у нас разбойник, бродяга его величать здесь, получает третью звезду. В принципе, это хорошо. Может быть, мы его когда-нибудь возьмем все-таки в основной наш состав и будем его применять. И, как мы видим, призрак тоже получает у нас третью звезду. Ну что же, неплохо, неплохо. Может быть, он нам тоже, ребят, пригодится. Когда-нибудь мы будем его выпускать и посмотрим, как он будет себя вести на поле боя. Так, арена. Ну, в арене меня нету. Ежедневное испытание. Давайте посмотрим, что у нас происходит здесь. Так, зомби-улитка. Ребят, по-моему, это беспонтовая. А, нет, нет, здесь мы как раз... Все хорошо. Я думал, что нам дадут сейчас на выбор каких-нибудь двух или трех юнитов. Как всегда, лажовых. И мы должны будем ими играть. А в таком случае... В таком случае я даже с удовольствием подерусь. С удовольствием. Поехали, ребят. А кто у нас разыгрывается там? Баллиста, по-моему, да? Слушайте, а зачем я... По большому счету, баллиста мне уже не нужен. Он у нас полностью с вами прокачан на 5 звезд. Ой-ой-ой. Не надо было, наверное, этого делать. Ладно, ребят, разочек сыграем. По крайней мере, мы с вами можем получить опыт. А опыт это бесценно. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Бежит. Упс. И добегался, ядрить его на корень. В этом случае, ребята, вот в этой команде всегда нас выручает кто? Естественно, Джаггернаут, естественно. Да-да-да-да-да, такой умный, думает, что я его не раскушу. Раскушу, еще как. Бич, видите, Джаггернаут выдерживает, ребята. А если мы еще и вызовем баллисту, ой, будет вообще по красоте. Так, Ронин, давай, беги. Ну, конечно, побежал аж. Аж 3 раза бежит. Все, ребятули, баллиста начинает бомбить потихоньку. Сейчас хоть кто там выйдет, нам все равно по барабану. Ах, ты смотри, что он делает. А мы тогда вот так вот сделаем. Да елки-палки, я думал, что мы разнесем сейчас вражескую крепость. Но не получилось. Есть! Ну что же, поздравляю нас с первой победой. Ну что же, мы получаем 750 опыта и 6000 голды. Так, и 22 баллисты. Честно говоря, я ума не приложу, зачем они нам сейчас нужны. Но все-таки опыт дают. Тем более здесь такая халява, надо, ребят, пройти. Так, сегодня мы должны, наверное, с вами получить уровень. Ну, по крайней мере, мы постараемся это сделать. Так, кого возьмем? Ну, давай. Мне хочется, знаете что, какого-то такого очень быстрого, шустрого юнита. Как, например, Ронин, но только еще кого-нибудь. У нас, по-моему, Ронин самый быстрый из истериков, да, ребят? Ну, я имею в виду те, кто выходит... А, нет, нет, ребят, еще есть бородавочник, я вспомнил, да. Бородавочник тоже может выйти. Тихо, что-то тут быстро. Хотя, ребят, можно было бы, как говорится, и подождать. Здесь ничего страшного, что мы получим повреждения по нашей крепости. Так что на это не влияет ничто. Вот теперь вызываем Джаггернаута спокойненько себе, да? Ну, естественно, выходит зомби. Радиоактивный взрывается, а нашему Джаггернауту все нипочем. Опс, 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 тихо, тихо. Сопротивление у нас было. Хм. Да. Взрывается он там. Нам все равно на это, ребята, плевать. Все, мы начинаем бомбить базу. Я еще вот так вот сделаю. Давай, баллиста, пробивай ему крепость эту никчемную. Упс. Погоди-ка, а кто Ронина сейчас подбил? Наверное, улитка выскочила, да, ее не было видно. Но, тем не менее. Так, мы с вами получаем, опять же,
12 карточек баллисты, плюс мы получили с вами деньги, опыт, это все нам пригодится. И давайте последний бой заключительно все-таки сделаем, проведем его. Возьмем тот же самый абсолютно, ребят, состав, никого менять не будем, да и незачем, в принципе, как говорится, искушать судьбу. Так, кто здесь у нас? Не хватает Ронина. Ронина, вот он. 77 уровень. Ребят, нам буквально еще 3 уровня поднять, и нам будет доступен еще один отряд для тренировки. Он открывается он с 80 уровня, если кто не знает или не помнит. Улитка, ну что ты тут понтуешься? Я не понимаю вот этого. Вот, Джаггернаут выходит, и все. У меня этот скелет, ребята, точнее, ну да, скелетон, зомби добивает. Идет весь такой размазанный, без кистей, в одном сапоге. Полуобглоданный. Откуда ты взялся такой, а? Олух. Давай, ребятулечки. А как, нифига себе, ребята, у него вот это вот притяжение, да? Джаггернаута просто снес. Вот что я хотел вам сказать. Поехали. Так, ну что, маг-воин у меня выдержал удар. Ага, второго нет, к сожалению. А Джаггернаут сам по себе прикольно сделан, да, ребята? Из шестеренок каких-то тут. На гусеничном ходу все дела. Прикольно. Ну что же, я, в принципе, другого и не ждал. Мы здесь с вами победили. Забираем последние карточки. И выполнили квест «Охотник за сокровищами». Все, теперь мы с вами, да елки-палки, приступаем к основной сюжеточке. Так, забрали здесь. Все. Думаю, что все-таки мы с вами получим здесь левел. И у нас, ребята, фабрика. Так, фабрика, потом нефритовая долина и нежить. То есть три локации еще осталось. Давайте начнем вот отсюда. Так, ох ты, БФГ и щитбот. Слушай, с БФГшкой мы знаем, что шутить не стоит. И причем она бьет все цели. Что воздушные, что наземные. Поехали, вот этим отрядом попробуем сейчас подраться, повоевать. Если у нас, ребята, как сказать, не босс, а противник идет с БФГшками, значит, будет очень-очень жаркая бойня. Вот он вышел и начинает... Ах, фу ты, елки-палки, я уже подумал, что БФГ может станет. Нет, это не БФГ станет, это, ребята, станет у нас щитобот. Давай вот так вот заплевывать как можно быстрее. Блин, ну вот все-таки щитобот, ребята, это крепкая, сильная имба. Тут не поспоришь. Воу-воу-воу-воу, понеслась жара, елки-палки. Видели, как он расписал? Так, что нам нужно? Нам надо... Давай еще одну чумную мышь призовем. Пускай они заплевывают. Вот это вот ядовитое облако, которое они делают внизу, может нам очень хорошо помочь. Потому что эти будут в него вставать и, соответственно, погибать. Да нате вам! Блин, не по тому попал. Ну, БФГ есть, отлично, завалили. Тут вот все-таки, что не говори, ребята, а щит-бот, он очень-очень крепкий. Он держит сопротивление просто офигеть какое. То есть на него идет такая армада, плюют мои эти чумные мыши, а он все стоит и ему... Хоть бы что. Я представляю, под него, если еще поставить хилбота, то это будет вообще имба. Ну что же, первый с вами, как сказать, заход прошли. Давайте второй теперь сделаем. И здесь у нас прибавляется еще к этому, ко всему, молотильщик. Не было, как говорится, печали. Здесь нам нужен очень быстрый и мобильный отряд. Я думаю, что это вот этот. Здесь за счет Ронина мы с вами будем того же самого молотильщика просто разбирать. Он даже пикнуть не будет успевать. Сейчас мы в этом будем убеждаться с вами. Вот он вышел. А вот мой Ронин. Так, вот и все, ребят, буквально одного удара достаточно. А вот здесь уже... Да, вот здесь уже... Упс, а я чего жду-то? Я жду чего? У моря погоды, елки-палки. Так, давай. Держись. Погнали вот так вот. Черт подери. Нифига! Ребятули, вы не припухли ли случаем? Дай деньги сюда. Фух, вроде успел. Я уже думал, сейчас, ребят, мы с вами тут сольемся. Но нет, пока вроде бы все под контролем. Давай Ронина вызовем. Ронин, давай быстрее.
А, не помогло нам, к сожалению. Блин, да ты посмотри, что происходит здесь, а? Да, вот это жесть. Упс, отлично. Ронин, молодец, он нам здесь, ребята, очень помог сильно. Я, конечно, попробую. А, не получилось. Ну, давай так сделаем. Минус, минус, и этого минус. Отлично. Так, минута 14 секунд у нас остается, чтобы разбомбить ему, как говорится, башню. Давай, ребятули, поднапряглись. Только не надо выпускать. Есть, он не выпустил. Воу, ты смотри, просто с одного удара. Ну хорошо, у ниндзи, как говорится, отложенная смерть была. Поэтому ей повезло здесь. Так, продолжаем бомбить. Иди отсюда, молотильщик. Да, и у нас получилось выиграть здесь. Отлично, ну вот согласитесь, что БФГшка, что молотильщик, они имбовые. Ёлки-палки, здесь у нас еще и бомбер прибавляется. Но здесь нету у нас молотильщика, поэтому я возвращаюсь вот к этому отряду. И зададим, как говорится, врагу перца. Причем по полной программе. Поехали. Здесь у меня будет большой акцент, наверное, все-таки на чумную мышь. Так, молотильщика здесь нет, нету. Так что можно расслабиться. Будет у нас работать здесь джаггернаут по наземке и чумная мышь по воздушке. Да-да-да, ну-ка посмотрим, сколько он нанесет урона. Ну, это, ребят, терпимо, это очень терпимо, я им скажу. Но вот насчет того, что урон у нас не очень большой наносит чумные мыши именно этому бомберу. Вот так вот всех там до кучи поджарили. Ну, БФГ-ка, ну выделывается, а? Все, да выделывалось. Еще одну чумную мышь призовем. Так, уничтожили, уничтожили быстренько этого бомбера. Так, деньги забираем. Слушай, может быть нам накопить на деда? Ну так, просто ради интереса. А почему бы и нет? Все, у нас 500 маны есть. У нас заморозка срабатывает. Влетает фаербол. Да, наверное, и не может. Хотя, ладно, вызовем. Вызовем нашего деда. Сейчас он тут распишет всех. О, тут еще и ускорение нам выпало. Вообще шикарно. Все, по красоте. Только деньги успеваем с вами хватать. Слушай, наверное, мы с вами эту фабрику сейчас пройдем на одном дыхании. Уж больно как-то все легко идет. Так, а здесь что? Ну вот я так и понял, ребят, смотрите. Выходит у нас молотильщик, да? И щитбот под хилом. Плюс БФГшка. Тут знаете, что нужно? По идее, вот этот отряд мне нужен здесь. По идее. Но я буду играть вот этим, скорее всего. Я боюсь, что мы там не успеем проконтрить. Там у нас очень мало дамага. На одних чумных летучих мышей надеяться — это бесполезно, ребят. Ну что, ты будешь вызывать? Ага, вот так вот он сделал. Поэтому нам придется вот так. Да ядрить тебя на корень, что ты будешь делать, а? Он как специально знает, кого вызвать. На, получил свое. Ребята, я попробую тем временем вызвать все-таки ведьму. Потому что, ну, это ерунда полная получится сейчас. Сейчас еще и БФГ здесь будет наяривать. Давай-ка вот так попробуем. Ой, зачем я это сделал? Зачем я вот так вот сделал? Ронин, давай, побежал. Блин, вместо того, чтобы сделать как лучше, сделал для себя хуже, ребят. Ага. Хотя вот, вот, вот она, ведьма, все. Ребятулечки, все сейчас будет у нас хорошо. Так, уничтожаем. Давай вот так вот сделаем. Через Ронина это все дело. Ведьма, 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 плоди, плоди, пожалуйста, этих зомбарей. Мы должны взять массухой. Чем больше нас будет, тем лучше для нас. Так, Ронин. БФГ-хи тут падают. И я чувствую, кстати, будет последний бой с боссом, прикрытый БФГ-шками. То есть будет жара. И я надеюсь, там не термин. Хотя не должно быть. Там должен быть ядербот, по большому счету. Слушай, что-то я, ребята, плажу, армию плажу, и я ее не вижу. Я вижу, у меня одна ведьма тут обдувается за всех. Так, по времени, у нас минута всего лишь осталась. О-оу, всего лишь минута. Так, давай вот так сделаем, они достали уже там. Посмотри, там целая куча уже была. Этих БФГшек. А вот это вот плохо, если сейчас выпадет циркуляра. Фух, нам повезло. И ускорение. Этого достаточно было, чтобы снести просто-напросто вражеский замок. Ну что же, а мы продолжаем. Продолжаем, и у нас последний этапчик, да.
Здесь, ребята, ядербот. То есть я могу сказать, что катка, в принципе, та же самая будет, что и предыдущая. Ну, добавляется только босс. Но в нем ничего страшного нет, так что быстренько мы его сейчас разберем. А может быть, даже он не успеет его вызвать. В последнее время у нас вот так вот получается. Нет, вру. В последней игре он его вызвал, но он не дошел. Потому что моя друидка, по-моему, там была, да? Быстро его распечатала. Ну что, кого он вызовет сейчас? Понятно. Хилбот, да? Ну, естественно, ребят, естественно. Под хилботом. А я, знаете, что я, наверное, сейчас успею вызвать ведьму за это время, пока они тут дойдут. Ведь должен успеть, да? Естественно, смотрите, они медленно-медленно идут, и я вызываю ведьму. Так, и понеслась, как говорится, у нас жара. Вот и все. Ух ты, мы когтистого даже призвали. Это хорошо, ребят. Этот юнит такой далеко махает своими клещами, правда, недолго живет. Но все-таки. Давай-давай-давай, ниндзя. О, Ронин! Чикс! Шикарно. Слушай, я думаю, что все, ребята. Финита ля комедия, как говорится, для него. И мы сейчас разбомбим. Тихо, не надо там выеживаться, пожалуйста, мне. Вот-вот-вот, смотрите-ка. Он таки призвал ядербота, но вы знаете, что это ему не поможет. Уже половину здоровья мы отняли. Я вызову сейчас ниндзю. Сейчас мой маквоин ударит по нему. Ронин с обалденным дамагом. Не дойдешь, гаденыш, я тебе говорю. Или дойдет? Нет, не дойдет он никуда. Он не дойдет. Точнее, он дошел, но он не успеет, ребята, активироваться. Все. Ему хана. Так, ну давайте поможем нашим ребятулям здесь. Что-то тут слишком много хилботов вызвано. И причем роботов, да-да-да, именно вот этих вот щитоботов. Можно было, кстати, вторую ведьму вызвать. 48 секунд. Вот что я хочу сказать вам, ребят. 48 секунд у нас остается на все про все. Я вторую ведьму призвал. Сейчас будет нечто. Сейчас будет нечто. Успеет ли она только дойти? И, возможно, она даже здесь и не нужна будет. Хотя вот она, ребят, вот она, красавица. Идет, две ведьмы, когда-нибудь видели? Я лично в первый раз у себя вижу, чтобы у меня было две ведьмы. Прикольно. Ну что я могу сказать, ребят, я нас поздравляю. Мы прошли с вами уровень с роботом. Фабрику эту. И получаем, ну что меня тут радует? Только щитоносец и 8 гемов. Ракетчик как-то мне не особо нравится. И мы переходим с вами в Нефритовую долину. В Нефритовую долину нас встречает Ронин. Ёпарасоте, Ронин. Ну кто же не знает Ронина? Да. Здесь, я думаю, зайдет вот эта вот комбинация. Почему именно это? Ну вы помните, да? Ронина Некро очень хорошо спамит. Единственное, что угроза для нас, это всадник на журавле. Сейчас будет жара, ребят. Сейчас будет жара. Как Ронин, выйдет в псих или нет? В психе, ребята, и все, я не могу ничего сделать. Все, разбивает он базу, короче, понятно. Проигрываем. Только лишь из-за того, что он, ребята, вышел в истерике. Вышел бы он спокойно, ничего бы не было. Слушай, ну не катит такая фигня. Не катит, у нас слишком маленькое расстояние от замка к замку, да, и... Мы не успеем с вами кого-то вызвать. Поэтому придется начинать опять вот с этого же самого отряда. Хотя здесь тоже не особо нет таких юнитов, которые могут контрить. Ну, вся надежда на Ронина. Хотя его Ронин все-таки может нашего вырубить. Причем довольно легко. Тут, как говорится, кто быстрее. Поехали. Ну-ну-ну-ну. Опа, и моего снесли. Офигетушки. Да глушит его, да не стал он глушать. Ребят, ну вот опять, опять неудачно. И опять я буду проигрывать. Обалдеть, мы с вами сливаемся сегодня. А давай без истерики выходи. Че ты, как этот, почему мой не вышел, а? У него выходит, а мой нет. Мой, как обычно, в штаны наложил. Так, мы сейчас с вами потратим, по-моему, здесь всю энергию. И останемся мы с вами с носом. Поехали. Слушай, а знаешь, что я сейчас подумал? Нет, это, наверное, глупо. Хотя нет. Ребят, я попробую сейчас, знаете, что сделать? Замутить одну вещь. Одну вещь у меня... Да ладно. Да ну хорош ты! Короче, я его на этот раз попробую подбить. Опыт все-таки нам нужен. Да и... Опыт, говорю, нам нужен, ага.
Ну вот как тут можно, ребят, бороться с ним, а? Я не знаю. В общем, короче, есть у меня одна идейка, как можно, наверное, спамить Ронина вражеского. Я хочу в этом сам лично убедиться, получится или нет. Если да, то Ронин для нас, ребята, становится сосунком. Вы спросите, как? А вот сейчас, ребята, мы пройдем этот уровень. И кое-что я замутить хочу. Так. Давай ниндзю в помощь вызовем. Хотя это нужно будет проверить, будет ли это все работать, ребята. Точно вам сказать не могу. Но все равно мы ничего не теряем от этого. А убедиться лишний раз в моей тактике, я думаю, никто не будет против. Так, ну что, будем перепроходить этот уровень. И вот теперь смотрите мою задумку. Как я это хочу все замутить. У нас есть, ребята, два взрывных и быстрых. Ну, не быстрых. Короче, вот. Я выбираю, например, вот этот отряд. И вместо, предположим, прыгуна, я знаете, кого беру? Я беру зомби-камикадзе. Да-да, именно его. Именно его родного. Так, смотрим, где он у нас. Вот он. Естественно, его придется немножечко подкачать. Я надеюсь, у меня хватит денежек. 70-й уровень. Этого мало. Но я буду надеяться, что хватит нам для того, чтобы взорвать этого Ронина. Ну что же, остается только лишь протестить. Поехали в бой. Начинаем с этого же уровня. 70-го уровня мой зомби. Будем смотреть. Главное, чтобы успеть еще накопить. Да хорош ты! Блин, ребята, вот не хватает совсем немножечко. Ай. Уйди отсюда с глаз моих долой. Ребята, вот как раз не хватает этих 7 уровней, чтобы он мог у меня легко справляться с Рониным. Взорвитесь все к ядрене фени. Иди отсюда, мешаешь тут. Ты посмотри, что происходит. Оу, с удара снес. Слушай, да не может такого быть, чтобы вот так вот я проигрывал. Это что за дела-то, а? Где мой супер-пупер отряд? Это единственный, кто у меня остался. Я не знаю, блин. Сливаемся просто вообще на изи мы с вами. Из-за Ронина. Офигеть. Ну что я здесь делаю? Я не знаю. Мечник. Опять, а нет, нет, нет. Он вышел спокойно на этот раз. Да почему мы не можем его оглушить? Да ядрен батон. Я не знаю, ребят. Я офигею с нас, а. Не можем и все. Слишком маленькое вот расстояние. Этот Ронин псих, а. Давай так вот сделаем. Да, слились, конечно, вообще. По-черному мы с вами. Ну, сейчас-то понятно, сейчас мы уже выиграем. Должны выиграть, по идее-то. Сейчас главное призвать мне баллисту. И понеслась, как говорится, жара. Но мне уже от этого не легче. Мы уже столько с вами потратили энергии. Блин, во всем виноват наш зомби. Он мне не помог. Он мне не помог, потому что, ребята, он слишком слабенький. А так бы было бы все замечательно. Надо будет как-то ему прокачать вот эти вот 7 уровней. И проверить, как будет действительно работать или нет. Пока о чем-то говорить очень сложно. Слушайте, а сколько там каждый уровень? Да, мне даже не хватит, если я буду, ребят, смотреть рекламу за монеты. А так было бы вообще прекрасно. Голема он разрубает, да? Моментально практически, если в истерике выходит. А улитка, если мы посмотрим, ребята, на улитку, сколько она стоит у нас по мане и... Сколько у нее? Кстати, дамаг же можно посмотреть, так ведь? О, еще на... Сколько? На один уровень, елки-палки, накопили. Ну-ка глянем-ка, где у нас улиточка? Улитка у нас вообще, по-моему, ребят, не прокачана, если честно. Вообще. Так, где ты, улитка? Нет, это уже слишком, по-моему, перебор. БФГшку смысл вызывать, я тоже думаю, нет, она не успеет. Вот, вот улитка, она 15 уровня у нас. Да, но смотрите, сколько она стоит, ребят, по манне. 100. То есть я
вместо вот этого зомби могу вызвать две улиточки. Но я все равно хочу все-таки попробовать поиграть с зомби. Давай попробуем вот этот уровень поднять. Что бы можно было бы такого сыграть, чтобы нам получить, ребята, уровень? Блин, в магазине нет пробирок. Распродано, мне пишут. Ёп, просете. А мне не хватает совсем капельку. Ну что, попробуем сейчас. Может быть, все-таки зомби нам здесь поможет. Поехали. Один уровень мы с вами прокачали ему. Погоди-ка секунду, мы можем с вами вот отсюда начать. Давай-ка начнем, пожалуй, отсюда. Вдруг нам здесь повезет, и мы с вами накопим энергию. У нас восстановится все, и мы с вами нормально сыграем. Так, ну. Странно. Ронин не бежит. Меня это немножко насторожило. Ай, да что ж ты. Что ж ты делаешь-то, а? Ну, естественно, ребята, этот Ронин выходит. Да ну, серьезно, что ли? Трави их, гада, всех. Не получает, да? Получите вы. Ребят, любым способом мне нужно заработать очки, опыт, чтобы мы получили с вами левел, и у нас энергия все это вернулась. И мы с вами сможем пройти сегодня, наверное, до следующего портала. Поэтому вы уж не обессудьте, если я тут проигрываю, получаю урон и так далее и тому подобное. Все идет только для нашего, как говорится, блага. Так, тихо. Чумная мышь, почему ты не бомбишь, когда есть такая возможность? Ну-ка, минус. Когда такая возможность есть в ближайшего врага, нет, она все стреляет в дальнего. Зачем ты так делаешь? Так, Ронина нет пока? Этого истерика нет, вон он там притулился. Даже, ребята, отравление его не особо там берет. Вы увидели, да? Ну, давай, зомби, подходи. Взрывается, отлично. Так, у меня, ребят, фаербол. Слушай, мы сольемся здесь по времени. Прикинь, я не могу продамажить его. Вот в чем фишка-то вся. 54 секунды. Медленный отряд мой еле идет, как будто наложил в штаны. Но идет хоть, по крайней мере. Ага. Сейчас, ребятули, сейчас по... слились с вами по атаке на замок. Уже не прокатило. Плюемся. Так, в Ронина, ребята, грубо говоря, чумной мыши нужно 3 раза плюнуть, чтобы он упал. Офигеть, мы не можем пробиться, представляешь? Мы просто не можем пробиться. Нас вот держат здесь глухой стеной и не дают подойти нам к замку. Обалдеть просто. Вот это для меня новости, ребята. Вообще. Офигеть, сейчас еще и по времени сольемся. Ну, а это, соответственно, мы с вами получим очень мало опыта. А, кстати, сколько у нас стоит нефритыш, а? Никто не помнит? По мане. Ты представляешь, если, может быть, нам вызвать нефрита просто-напросто, и он будет как бы держать этого Ронина. С удара он вряд ли его снесет, ведь так? Слушай, сейчас тоже мы этот вариант с вами проверим. Я не могу никак пройти, представляешь? Просто держат меня и все. Ну, да, обалдеть. Просто, ребята, обалдеть. И не получается у меня ничего. Давай, я представляешь, кого бы я ни вызвал, он всех ложит, ребят, всех. Всех роняет. Да, пройдем ли мы этот уровень, вот в чем вопрос. Давай я вызову деда все-таки, в конце концов. Может быть, с помощью него пройдем. Сейчас Ронин выбежит, да, в истерике бомбанет. И мой дед рассыпется. Или не будет такого? Будет, скорее всего. Нет, не будет. Не успел он. Не успел, как говорится, Ронин нам нанести повреждения. Ну, а мы, наверное, скорее всего, сейчас разбомбим вражеский замок. Ну, давай. Так, чумную вызову на всякий случай. Все, ребята, он перестал даже кого-либо вызывать. Вы это сами видите. И да, побед за нами. Так вот, что насчет терракоши? Е!
Вот оно, ребята, 78 уровень мы все-таки зарабатываем с вами. Естественно, мы вернули всю энергию, 17 геймов и еще и деньги получили. Черт, деньги получили, так там нужно апать. Так, естественно, ребята, наш супер-пупер отряд в первую очередь. Обязательно. Здесь, здесь и вот здесь. И еще плюс саму крепость. Вот так вот, башню. Так, теперь вот этих. Опс, и по-моему все, ребят, да, у нас не хватит. Не хватит, к сожалению, денег. Так вот, что я хотел сказать. Давай попробуем вот здесь вот вместо щитобота поставить, поставить, знаешь кого? А мы что? А, вот он, вот он. Таракошу поставить. Давай-ка, сколько, кстати, у нас таракоша стоит по мане? Вот что меня интересует, ребят. Это самый главный вопрос. Щитобот у нас, по-моему, стоит соточку, да? По призыву. Он стоит соточку. А таракоша у нас стоит... Во-первых, нужно его найти. Так, где же ты у нас, таракоша? Я, ребят, честно говоря, не вижу. Тут еще нифига не цветное все. Джиггернаут. Так, Вуджен. Вот он. Ёлки-палки, ребята, а он стоит 300 маны. Это в любом случае уже не вариант. Это уже в любом случае не вариант. 300 маны, что я могу? Я не успею, ребята, его призывать просто-напросто. Ладно, мы с вами прокачали один уровень, да? Нашему зомби. Давай попробуем еще разок вот здесь вот. Получится или нет? Будет он сейчас падать, в конце концов, или нет? Сейчас постараемся это сделать, проверить. Так, тихо. Есть, срабатывает, ребята, все. Можно сказать, замечательно. Так, выпускаем голема. Ну, естественно, он сейчас будет таракошек своих выпускать. Ой, таракошек. Упс, упс. Зомби, давай. О. Блин, а с этим-то как воевать? На. Нет, ребят, не прокатывает. Так, ребятули, сори, меня отвлекли, поэтому попытку я сплавил. Поехали, короче. Поехали дальше, будем пытаться. В общем, зомби у нас работает, мы в этом убедились. Поэтому давайте попробуем все-таки. Единственная сейчас здесь проблема — это всадник на журавле. Да, именно этот хитрожопый, ребят. Ну, вот так вот это у нас получается. Дальше нам нужно, наверное, все-таки вызвать Джаггернаута, скорее всего, если мы успеем. А мы должны успеть. Мы должны с вами успеть. Все, Джаггернаут выходит. И, в принципе, все, ребята. Здесь мы с вами выиграем. Уже выиграем. А почему я так знаю? Да потому что знаю, ребят, смотрите. Оп. Вызываем чумную мышь. Ну и, в принципе, все идет как надо. Да. Этот уровень нам все-таки под силу будет. Заплевываем. Губим их. Отлично, ребята. Все по красоте у нас идет. Сейчас мы уничтожим ему замок, крепость. А вот следующий уровень, да, конечно, будет немножко сложноват. Потому что там прибавляется терракотовый воин. И для нас это не очень хорошо, между прочим. Ну, хотя бы здесь выиграем. Да? Шикарно. Что я могу вам еще сказать по этому поводу? Просто шикарно. Ну что ж, давайте попытаемся вот этот вот уровень пройти. Будет, конечно, очень-очень жестко. Кстати, если у нас Ронин здесь 84 уровня, да? Сможет ли мой зомби его подбить? Вот это меня сейчас интересует. Будем проверять. Так, у меня вот вышел... Не надо только вызывать всадника, пожалуйста. Ты смотри, что он делает, а? Он, ребята, вызывает всадника. Погнали, тогда мы сделаем вот так вот с вами. Черт подери. Ну, заплевывай. Ух, нам крупно сейчас повезло. Нам просто обалдеть, как сейчас повезло.
Так, надо нам, наверное, скорее всего, ребят, здесь побольше мышей вызвать. Чумных, я в этом плане. Так, давай здесь пока нам ничего не сделает этот таракоша. Но нам нужны юниты. Ах, ты посмотри, что происходит. Вот этого я боялся, вот этого я боялся. Ну да, 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 конечно, думаешь, пройдешь? Нет, ты не пройдешь. Погнали. Слушай, наверное, по времени не получится. Мне вот кажется, что по времени не получится. Но мы сейчас позовем с вами деда. Может быть, тогда у нас все и получится. Не уверен, конечно, но будем пытаться. Дедуль, давай, выходи, елки-палки, ты мне здесь нужен. Бомбим. Да-да-да, именно так вот. Всех. На, получи. Вызовем, ребят, с вами зомби. Ну что ты делаешь? Что ты творишь-то тут, а? Ребят, 50 секунд на все про все, ты понимаешь? Вот это вот сопротивление меня просто убивает. Вот это вот, вот драконового воина. Тыдыч! Отлично. Так, ураганчик. Вообще шикарно. 33 секунды, ребят, 33 секунды, и все должно быть у нас хорошо. Да елки ты палки, этот терракотовый вышел. Е! Yeah. Вот так, ребятулечки, просто маленький нюансик, да, где мы с вами добавляем какого-то несчастного зомби-камикадзе, и у нас все совсем по-другому получается. А вот здесь уже туговато будет. Здесь у нас тигр прибавляется. Тигр злостный. Беспощадный и безжалостный тигр. Ой, ребят, не знаю, вот, как у нас тут сейчас пойдут дела. Но в любом случае, наверное, зомби-камикадзе. Давай-давай-давай, зомби. Ать, хорошо ты сработал. Отлично, ребята. Слушай, главное, чтобы он второго сразу не вызвал, а то будет больно. А он вызывает его, ребят. Ну, естественно, естественно. Естественно, он будет его вызывать. Ну-ка. Одолеем? Ну тогда вот так придется его наказывать. Да иди ты в пень уже, достал. Так, чумная мышь пошла. Зачем я это сделал? А кстати, почему, зачем? Я все сделал отлично, ребят. Сейчас будем проверять, как у нас взрывной. Слабо. Слабо, ребят, работает взрывной у нас. Да ты достал уже, блин, со своим Рониным этим говнёниным. Вот, пускай идут пока. Куда-нибудь подальше. Так, они возвращаются, мы... Оп! И двоих накрываем. Слушай, я вот не знаю, может быть нам на деда успеть накопить? Все-таки тут немножко осталось энергии. О-о-о, как все запущено, ребят. Как все запущено. Так, ну это вот понятно, мы взорвем. Черт, не успеем, да, наверное, накопить. Он сейчас нам тут устроит. Если только фаербол, ребят, нас спасет здесь. Он должен нас спасти. Да фаербол, давай, вот так вот. Времени мало. Слив по времени, скорее всего, будет. Слушай, чумная, ой, чумная мышь. Куда ты разогналась-то? Всадничек на журавле, блин. Да, скорее всего, ребят, не получится. Времени у нас очень мало. Я даже не знаю, как мы тут сейчас с вами будем. Оп, оглушили, это хорошо. Вот то, что дед оглушает, это просто имба, ребят. Смотри, что он сделал, а? Смотри, что он делает. На, блин, получил свое, гаденыш. Так, тигр. Сносим. Замораживаем. А, нет, ребят, 12 секунд. Это никуда не годится. Мы вот-вот подошли, в принципе. Дед упал. Но не хватит нам времени здесь пробить. Ну что же, будем что-то менять тогда. А менять мы будем, знаете что? Мы с вами сейчас вместо щита бота возьмем того же самого камикадзе в мой убер-пупер-супер отряд. И тогда у нас пойдут дела в гору. По идее, должно быть так у нас получится. Ой, я выиграл битву, но не совсем то, что я хотел. Так, ладно, давайте, ребята, с вами сделаем тот самый замутик. Вернусь я, короче, к тому своему прежнему отряду. И поставлю вместо... Так, вот здесь мы... Так, мы его еще и проапаем. Оу. Уже около того, что мне нужно.
Так, сюда мы возвращаем с вами. Да пускай пока будет всадник на журавле, хотя здесь должен быть щитобот. Так, и идем вот сюда. Здесь, нет, вот здесь щитобот. Все совсем уже, ребят, попутал. Так, убираем отсюда щитобота и ставим зомби. Где у нас зомби? Вот он. Этот боец изнурен. Потратить? Да, потратим. Ну все, вот как-то так у нас сейчас должно, ребята, здесь получиться. Поехали. Я буду перепроходить этот этап, естественно, за счет зомби-камикадзе у нас все должно быть получиться. Проверим сейчас. Так, у меня, если что, здесь есть ниндзя, который нам здесь поможет. Ну куда ты, куда ты, куда ты бежишь, а, олух? Получил свое? Доволен? Так, нам... О, сейчас он опять вызовет, скорее всего, да? Он же, скорее всего, вызовет опять. Так, ну здесь, наверное, я думаю, что Маквоин не подведет меня. Хотелось бы мне верить в это. Упс, отлично, отражение сработало как надо. А вот этого вот нам здесь не нужно, не нужно, парень. Так, ну что, мой Ронин тоже тут дает уже отпор, так что все хорошо. Вот единственное, что плохо. Это вот единственное, что плохо. Это вот этот вот всадник на журавле. Ну, естественно, тут-то им проще. Минус. Так, давай-давай-давай тигра этого. Шваркаем тигра. Зомби, взорвись. По красоте. Блин, по красоте-то по красоте. Все-таки, по-моему, тут у нас опять, ребята, какие-то нелады будут. Нелады. Отлично, отражение просто великолепно срабатывает. Ронин, ты хоть когда-нибудь выйдешь, блин, нормально, блин. Не хочет он, ребят, не хочет он играть сегодня. Ронин сегодня не хочет играть вообще. Понимаешь? Да, придется вот так вот делать. Сколько там? 53 секунды. По-моему, нам придется, ребят, вызывать ведьму. Заморозил. Давай, 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 давай. Чтоб тебя. Ну давай тогда так будем делать. Раз не хочет, блин, по-хорошему, будем по-плохому. Будем по-плохому. 32 секунды. Надо было сразу, ребята, накопить. Вот сколько раз говорил. Надо сразу вызывать ведьму и все, и без проблем будет. Нет, что-то все тягомотину какую-то с вами лепим. 22 секунды. Я не знаю, реально ли это вообще. Столько на ускорении, блин. Ведьма! Че ж спишь-то? 10 секунд! Ну! Ух! Я уж думал, сейчас опять сольемся. Нет, все получилось, все хорошо. Ой, ребят, предпоследний этап. Офигеть, сегодня у нас. Чего? Они еще сюда суют мне Вуджена. Ты представляешь? Блин! Они сюда мне еще сунули для кучи Вуджена вместе с Терракошей. Это. Это пипец. Это пипец. Это получается, что нам сюда нужно с вами добавлять, ребята, баллисту. Соответственно, отсюда придется нам убирать ниндзю. Я офигею. Они, ребят, специально так делают для того, чтобы я не играл одними и теми же, одними и тем же колодами. Короче, я должен тут постоянно все менять. Хорошо. Я пойду. Пойду на этот шаг. Я буду убирать отсюда ниндзю. И я... В эту колоду поставлю этого баллисту, а туда верну ниндзю. Я надеюсь, из этого будет какой-то толк. Так, кстати, базу я тоже, наверное, отсюда заберу. И вот сюда вот поставлю. Мне все-таки кажется, что это база имбея. Поэтому отряд у меня должен быть вообще супер-пупер имбовый. Так, слушай, где тут у нас... Почему я не могу поставить? Зашибись, я не могу поставить сюда базу. Офигеть. Ой, что у меня тут за передряги происходит, а? Да, да, я хочу вернуть. Не надо спрашивать меня по 1000 раз. Ну что, ребят, как-то вот так вот. Ух. Погнали. Мы с вами пройдем эту долину. Во что бы то ни стало. Поехали. Так, ну что, начнем с кого?
Погнал тогда. Раз он никого не вызывает, мы тогда начнем нападать сами первыми с вами. Ну, естественно, естественно. Ну, кто бы мог сомневаться, что выйдет именно Терракоша. А следом за ним будет уже вызывать, да? Нет, следом за ним он вызывает, ребята, Вуджена. Он вызывает Вуджена. Так, зомби, 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 пошел. База. Вот чем мне нравится, ребята, эта база. Вот именно поэтому. Имбовая она, как ни крути. Ух, как хорошо. А что случилось-то, я не понял. Что-то мой этот Ронин бежал и упал. Ни с того, ни с сего, он даже ничего не сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да ну, ты хочешь сказать, что... Офигеть. Ну, Вуджен упал-упал. Погнали. Чик. Чик. Разносим их всех тут. Кедрение фини заморозка летит. Ну, кто-нибудь выйдет там, замораживаем. Так, давай-давай-давай-давай, зомби. Взрывайся там. По красоте. Я думаю, что самое время призвать ведьму. Ведьма. Давай, родная, выходи. Так, через отражение. Слушай, ну мы, скорее всего, сейчас забомбим базу ему. Посмотри, что происходит, ребят. Ну, есть. Слушай, ну действительно здесь все рулит. И смотрим, ребят, кто здесь босс. Опачки, а здесь-то босс у нас ветродуйчик. Блин, собственные персоны. Ой, ребята, ну что ж, давайте попробуем. Блин, мне, конечно, обидно, что у меня все команды перепутались теперь. Я уже забыл, где кто что, когда стоял у нас. Мне это не нравится. Так, Ронин, шел бы ты, наверное, куда-нибудь подальше. Нам без тебя, как говорится, плохо здесь. Так, вызовет еще или нет? Вызвал все-таки еще одного. Ладно, мы успеем с вами его отбить. И после этого я буду призывать, ребята, уже ведьму. Хватит с ним тютюкаться здесь. Так, ведьмочка. Дай сюда деньги. Ведьмочка у меня готова. Расстрел. Не добили чуть-чуть. Так, по красоте. Нормуль. Вуджены, ребят, вуджены. Оу, да он уже тоже призвал уже. Ты посмотри. Ты только на него полюбуйся. Так, нам нужна баллиста. Дух тигра. Блин, вот только его здесь не хватало, если честно. Ну, попробуем. Опа, ты понял, что было? Ты понял? Смотри, что сейчас делает. Давай, поехали вот так вот. Блин, мы не достаем, ребята, до Вуджена вражеского. И тигр тут, да? Он меня станет. Смотри, что он делает. Ты просто посмотри, что он делает. Он, по-моему, нас, ребят, сейчас уничтожит. Ронин бежал, конечно, в истерике, но не смог пробиться. А знаешь, в чем проблема? Что если бы я знал, что он вызовет босса, я бы не стал бы тратить этот свой супер-пупер удар. Ага, разогнался. Давай так попробуем. Ну, в любом случае, ребят, по времени уже не получается у меня. Смотри, 33 секунды, я даже еще не дошел до замка вражеского. Так что не получится, наверное, нам пройти здесь. По крайней мере, с этой попытки. Да еще и урон получим, да? Нет, урон мы пока не получаем, но все равно этого мало. Как говорится, интересного здесь. И это уже мало какой волнующий фактор, потому что, ну все, ребят, сплавились мы здесь. Из-за времени. Можно уже практически ставить ускорение. Давайте на ускорение пройдем. Чтобы не томить время. И попробуем перепройти. Все в этот вонючий вид радуй, ребята, нам испортил. Я зачем-то использовал свой суперудар. Причем не вовремя. Очень не вовремя, если честно. Ну, базу я ему все равно расколошмачу. Так, давай. Есть. Перепроходим. Ребят, последний уровень я должен перепройти. В обязательном порядке. У нас есть там энергия-то еще? Последняя энергия как раз нам должно хватить. Все, переигрываем в обязательном порядке. И уничтожаем на этот раз ему замок.
Сейчас посмотрим, кого он там будет вызывать. От этого будем уже плясать с вами. Может быть, мы даже успеем... Может, мы даже успеем с вами и ведьму. Нет, ведьму вряд ли сейчас, конечно, прям сию секунду, но... Так, 500 манны я уже накопил. Вот, и теперь будем вызывать ведьму. Хватит? Да хватит, хватит. Сейчас хватит нам. Тыкс! Готов. Так, вот тигр, ребята. На тигре я тогда потратил свой суперудар. Блин, и сейчас приходится то же самое сделать. Ну, потому что, ребят, ну, посмотрите. Тут и Вуджен, и как бы... Вот, и он вызывает. Блин! Ведьма очень хорошо, ребята, получает... Дает, точнее, ему урона. Смотри, мои станят, и все, и добивают нашу ведьму, ребят. Баллиста, давай, родная. Оу! Понятно все. Тут все мне стало понятно вдруг. Не, ребят, не прошел. К сожалению, не получилось у меня. Хе, спасибо, когда я получил уже... А, нет, ребята, урон-то... Мне, в принципе, пофиг на урон. Нам нужно уложиться просто по времени. А смогу ли я, блин, уложиться-то? 56 секунд. Так, ну предположим, ребят. Ну если я даже вызову ведьму, мне это как-то спасет? Я лично не уверен в этом. Смотри, что он делает. Он специально как-то так подугадывает. Нет, не получается, и все, это хоть ты тут тресни. Нет, не выходит. И времени опять, ребята, у нас мало. Короче, здесь нужен прыгун. Здесь, ребята, нужен прыгун. Потому что эти вуджены они достали уже. Ну, серьезно вам говорю. Все, опять мы по времени слились. Ладно, ребятули, будем, наверное, на этом с вами закругляться, потому что мне надо идти на тренировку. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в игру Tower Conquest. Как видите, сегодня не особо хорошо у нас все это получилось. Меня это раздражает, меня это бесит просто-напросто. А может быть, я приду после тренировки и дошпилю все-таки эту игру. Тем более, энергия у нас еще есть. И я приду, там она еще должна накопиться будет. В общем, сегодня, наверное, мы все-таки, ребят, с вами пройдем этот портал. Да, скорее всего, так. Да как же меня это все достало-то, а? Ну, кто бы только знал. Этот тигр. Эти вуджены, блин. Ну, смотри, ну. Вечно медленно выходящий мой Ронин, блин. Не знаю. Не знаю, как тут вообще быть? Что тут делать? Хоть бы раз вышел нормально. Выходит, блин, один раз из 10 попыток. Ну все, он уже просто перестал выпускать, как говорится, мобов, ребят. Ага, перестал. Ну давай, давай ускорение, ребят, поставим. Что-то тут затянулось уже все у нас. Так, минус Вуджен. Минус тигр. Причем здесь даже тигр не столько выпускал свой дух, сколько вымораживали меня именно вуджены и Ронин. Да, ребята, придется нам все-таки с вами переигрывать. Это будет чуточку позже, так что, ребятушки, не прощаюсь, увидимся еще. Ну что ж, дорогие друзья, тренировочка моя закончилась, я пришел и полностью в вашем распоряжении. А точнее, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, смотрите, ребята, у меня есть деньги, и я хочу прапать... Давайте баллисту мы здесь прапаем все-таки. Да. О, да нам хватит и на зомби. Да, один апчик сделали. Так, ну что же, мы продолжаем с вами играть и должны сегодня пройти, наверное, до следующего портала. Я думаю, что это нам будет сегодня под силу. Так, с этим уровнем у нас не задалось. Причем, ребят, заметьте, у нас восстановилась полностью везде вся энергия. Еще бы 2 часа отсутствовать дома. Поэтому приступим и... Так, что у нас здесь? Ага, мы не могли с вами одолеть вот этого босса. И что я хотел здесь сделать? Я думаю, что... поменять на прыгуна. А есть ли смысл? Вот этого я не знаю.
Он сдувает, так? Прыгун, если будет прыгать. Да, в принципе, ребята, тоже ничего не изменится. Поэтому нам нужно будет делать акцент. Ах, тут вуджены, елки-ты-палки. Да, ребята, придется, наверное, нам взять прыгуна только ради того, чтобы вудженов сносить. А для этого нам придется, ё-моё, что же нам сделать-то? Ронина убирать нельзя, это однозначно. Блин, вот засада. Этого зомби я тоже не могу убрать, потому что он у нас хорошо спамит Ронина. Вот тебе и незадача. Блин, неужели придется убирать нам Ронина? Или баллисту? Ну, баллиста это единственный, кто может убирать. Ну, еще, конечно, маг-воин. Но все-таки баллиста круче. Ладно, ребят, я попробую вот этим отрядом еще раз забомбить. Если не получится, нам, скорее всего, придется взять прыгуна в эту команду. Поехали. Так, ну что, наверное, будет... Хотя, я даже не знаю, кто будет у него выходить. Этот Ронин или нет? О-о-о-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной! Ударит. Да, ребят. Ударил таки, засранец, а? Ладно, слился моментально причем. Хорошо, фиксим, ребят. Я, честно говоря, не ожидал, что он так быстро побежит. Да, одна попытка сфейлилась, причем моментально. Даже не дали мне разогрев, так скажем. Поехали дальше. Я его все равно пройду во что бы то ни стало. По любасику, ребят. На этот раз я не буду рисковать, я буду вызывать все-таки зомби-камикадзе. Ну его нафиг. Ведь хотел же, но засомневался, понимаете. Думал уже, что не будет вызывать. Но, как видите, он его вызвал. Поэтому делаем сейчас вот такой вот маневр. И посмотрим. Да-да-да-да-да, бежит-бежит-бежит. И ему хана сейчас. Пивич, пока, роднуля. Так, ну что же, а мы с вами... Давайте, наверное, вызывать мага-воина. Маг-воин у меня пошел. Так, ну этому Ронину уже хана. Сразу вам говорю. Я пока, ребята, буду, наверное, копить... Опачки! Вот так тебе и хана называется, да? Да ну, ты чё, завязывай уже, парнишка! Совсем, я смотрю, приборзел. Так, тигр пошел. Ох ты! Ну тут начинается, ребята. Ладно, врубаем. Слушай, чё за ересь-то, ребят, ну? Опять мы получим с вами повреждение, да? Опять мы с вами лопухнулись. Да что ж ты будешь делать? Я не знаю, ребят. Ну, тут уже и босс идет. Да, уже вышел босс. Опять у меня все пошло не так. Все не так, как я хотел. Абсолютно, ребят. Вот как же меня бесит вот этот босс. Вот я вам серьезно говорю. Просто раздражает меня. Слушай, мы, по-моему, тут, ребят, проиграли. Мы с вами здесь проиграли. А ну-ка, взорвись, зомби. Наносит урон, конечно, но не такой, как хотелось бы. Не дает ничего сделать абсолютно, ребят, смотрите. Все, слился я опять. Офигеть. Нет, конечно, можно потратить 10 гемов, начать с манной, как говорится, преимущество у нас будет. Но я не хочу. Я не хочу, я хочу чисто своими силами его повороте. Я это знаю, сделаю. Сложновато. Блин, а ведь получил уровень, должно, по идее, все пойти легко. Но вот здесь кого-то не хватает, это явно. Кого-то надо менять. Этим отрядом, что ли, пойти? Ну, даже если он у меня пойдет, мы не сможем, ребята, здесь контрить Ронина. Здесь, в принципе, можем, но... Слабые такие юниты, что я боюсь... Что я боюсь, один лишь дух тигра будет сносить все на своем пути. Поэтому придется все-таки вот этой командой рулить. Я не знаю, как сделать оптимально для меня. Но здесь нужно поймать нужный момент, ребят, короче. Вот так вот и скажу вам. Сейчас, естественно, выпускаю я зомби. Пускай он, да, он вызывает своего Ронина. И вот теперь главное не лопухнуться. Так, все, он уничтожил сам себя. Так, кто там? Опять Ронин побежит или нет? А ведь он может это сделать. Да, он вызывает опять Ронина, ребята. Все, я накопил 500 маны, и я буду сейчас вызывать босса. Босса своего, это, конечно же, моя ведьма. Так, отдай сюда деньги. Все, сейчас у меня пойдет ведьма, и нам нужно только прикрывать баллистами, причем здесь, ребят, придется... Давай так сделаем. Раз, два. Да как же так, не уничтожили-то? Опять же, ребята, желательно... Нет, не получается. Воу! И опять выходит босс. Да чтоб тебе, а!
Ну, наказывай, баллисты, стреляй как никогда. Заморозка! Вот что нам может, ребята, помочь очень сильно. Это заморозка. Твою ж маковку! Ты видел, что он сделал? А если я вот так сделаю? Раз, два, три. Все, ребята, это наш шанс. У нас просто сейчас выпала такая штука, что мы убили босса после заморозки. Так, естественно, своим суперударом. Но если сейчас тигр испустит дух, я боюсь, что опять... Это что, специально, что ли, вот так вот было сделано, а? Давай, 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 Ронин! Так, хорошо. Слушай, слушай, есть шанс небольшой. Вот Джена сразу убрали отсюда. Правильно, так и надо. Погнали! Ну! Есть! Да, ребята, сколько мне пришлось попыток сделать для того, чтобы пробить. Но видите, все-таки я нашел ту самую золотую жилу, на которой у нас все получилось. Ребят, 12 тигра, 8 сакуры и почти 10 тысяч монет. И мы с вами переходим на последнюю карту в этом портале. Это за нежить. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Начинается, короче, с некро и зомби. Ну что же, я рад встретить их вот этим отрядом. Не забываем, ребята, что у зомби есть одна характерная черта. Если он убивает с собой кого-то, он превращает его сразу же в очередного, опять же, зомби. Логика в этом есть, да, ребята? В этом логика есть. Я надеюсь, не некро пойдет? Нет, не некро, и это хорошо, ребят. А вот теперь уже идет и некро. Сейчас он меня будет тут долбашить своими. Хотя мы можем и так вот сделать, ребят. Подожди, 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 подожди. А какого ж перепуга-то? Успел, нет? Ребят, он успел сделать? Нет, по-моему, он не успел задеть меня. Ух, фаербол. Я уже думал, нанесли повреждения нам. Но нет, все пока чисто. Так, некро сейчас пожалеет об этом, ребята, что она появилась на свет. Вот так, у меня еще и заморозка тут есть. Ну, ребят, здесь вы понимаете, что мы уже пробьем базу его. Давай, давай, выходи, роднулечка моя. Ох, маленькие летуны. Вас бы прокачать мне до 5 звезд, и все, я бы был бы доволен вообще. Кстати, один из подписчиков написал, что тыквоголовый на 5 звездах просто имба. Жалко, я не могу это проверить, но думаю, что вскоре получится у нас это. Ну что, ребятули, как говорится, первый бой был на изи. Давайте смотреть второй. Прибавляется здесь чумная мышь. Так, а я думаю, что вот этим отрядом... Подожди, этим отрядом. А хотя, почему бы и нет? Давай, поехали, попробуем. Тут у нас, ребята, кто? Тут у нас будет ниндзя рулить. Хотя она совсем с другой оперы, если честно, да ведь? Все знают, откуда она, с какой команды. Она у меня с моей суперской, уберской команды. Я ее оттуда забрал. И мы видим, что начинается... Оу, еще и зомби. Ёлки-палки, здесь нам поможет только лишь ниндзя. Давай, ниндзя. Со своей суперскорострельностью. Жарь, жарь, жарь эту чумную мышь. Ой, хорошо-то как получилось сейчас в данный момент. Давай вот так вот поможем нашим ребятам. Помогли, очень даже помогли. Так, тихо, тихо, колобки, не выеживаемся, не выеживаемся. Так, запуливаем, запуливаем чумную. Что-то не получилось, нет, получилось. Но одна ниндзя все-таки у меня упала, ребят. Ладно, это не беда, я попробую вызвать еще одну ниндзю. Почему моя банши тормозит, а? Точнее, некро. В чем проблема, я не могу понять. Так, минута, ребята, времени осталось, а у нас, как говорится, и конь не валялся. Мы еще даже ничего не сделали здесь. Вот только сейчас начали повреждения наносить. Ну, давай, Паладиныч, жги. Да, доделали мы это дело. Отлично, ну я скажу вам, уже сложно. Посмотрим, кто у нас в третьем этапе. И здесь, слушайте, ну ничего сложного нету. Тут всего лишь добавляется зомби-камикадзе, радиоактивный. Он медленно ходит. У меня быстрых юнитов здесь нет. Поэтому я думаю, что ниндзя будет с ним справляться очень даже легко. Надо будет это дело проверить. Чумной мыши здесь нет? Нету. Так что главное, чтобы не было отравления. Я имею в виду вот этого болота. Все, отлично. Вот и некрушка со своими колобками вышла. Так, ну ее сейчас, наверное, здесь подобьют, конечно же. Так, армия сейчас будет, наверное, плодиться, да? Или не будет? Пока не знаю, если честно. Ну, взорвали. Слушай, по-моему, здесь у нас все хорошо. О, воу, 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 тихонько, тихонько, вы что делаете, эй?
Давай, Паладиныч, тут ты нужен. Смотри, мы не справляемся. Наши колобки здесь... Нет, все хорошо. Все отлично. Так, он вторую некро вызвал. Эй! Ты не приборзел ли, а? Родной мой, блин. Сейчас, по-моему, нас продавят здесь. Хотя нифига, смотрите, что мы сделаем. Хе-хе-хе-хе! И еще и ускорение. И еще и карточка. Да, я думаю, что надо вызвать нам здесь друидку. Друидочка, выходи, радость моя. Сейчас будем здесь их всех наказывать. Раз не понимают они русских нормальных слов, будем их вот так вот карать. Так, только не подставляйся, пожалуйста, мне под зомби. Отходи, отходи, отходи. Давай. Черт, они бомбят ее. А если мы вот так вот подсобим, как говорится. Ребят, 58 секунд осталось. Очень мало времени. Что-то мы с вами никуда не продвигаемся просто-напросто. Мы встали на одном месте. 48 секунд. Я просто наблюдаю, ребят, за временем. И мне это не нравится. Давай, 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 давай. Пошли, пошли, пошли. Так, некро, отвянь со своими колобками, а. По-хорошему говорю, отвянь. Друидушка, ускорь, пожалуйста, наших ребятулек. Ускорь. Ты же ведь можешь это сделать. Воу, ребят, смотрите, ниндзи обстреливают. Сейчас будем помогать. Если что, у меня есть, ребят, притяжение. Никто не выходит. И да. Я уж думал, сейчас кто-нибудь выйдет. Но никто не вышел, и мы с вами успели. Успели завалить замок. Так, ребятули. Привидение. Кстати, кто-то спрашивал, как можно убить привидение. Насколько я помню, ребят, его может подбить наш босс. Ну вот каким макаром, по-моему, друидка может точно его вальнуть. Так, ну что, наверное, мы будем с вами этим отрядом же играть. У нас тут ниндзя, все это хорошо, все справляется. Некро нам тут как бы тоже не особо сильно мешает. Так что попытаемся сейчас с вами. Так, выпускает он привидение свое паршивое. Еще бы он его не выпускал. Так, а я думаю, надо вызвать нам... Ага, вот, вот он все-таки делает что. Ладно. Так, пойдет у меня паладиныч. И паладина мы сразу же, ребята, прикрываем с вами ниндзей. Чтобы мышь отвлекалась, а мы вот так вот расстреливали. Все отлично. Ух ты, привидение-то очень много дамага наносит, вы заметили? Я, ребята, жду, чтобы вызвать друидку. И если у меня выйдет друидка, все, ребята, будет сейчас по красоте. Не так уж много урона получает она, поэтому поехали. Так, жара началась, как говорится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ты делаешь-то? Блин. Друидка, хиль себя, хиль, пожалуйста. Не подставляйся. Она, ребят, хилится. Как раз то, что нужно, помогаем. Так-так-так-так, притягиваем их всех сюда. Уничтожаем всех налево и направо. Еще поможем маленечко. Так, ребят, все, мы уже с вами начинаем колбасить потихоньку базу. Вызываю еще одну ниндзю. Ой-ой-ой, представляешь, как быстро некро у нас падает, ребят. Ух ты, что-то там такое творится, что мы даже нормальный урон не можем нанести, ты представляешь? А в чем проблема-то? Не знаю, ребят, как привидение это убить. Никто не наносит ему урон, этому духу. Ну-ну-ну, осталось совсем маленько, ребят. 48 секунд, у базы почти здоровья нету. И последний удар, делайте, делайте последний удар. В конце, есть. Все, шикарненько. Даже немножко игра подглючила, потому что, ребята, очень много юнитов в одной точке. Так, ах ты, здесь босс у нас жнец. Тут и взрывной этот. А как нам тут быть? Что это, у меня здесь никого нет, ребят? А, мы таракошу забирали. Его надо будет сюда вернуть. Так, хорошо, ладно, давай попробуем вот этим отрядом. Вот этим отрядом, а какой у нас тут будет толк? Я не знаю. По идее, надо вот этим вот. Черт, ты посмотри, у него тут призрак. Блин. Ладно, я попробую. Ну, я почему-то сомневаюсь, что здесь мы с вами сможем подбить. Жнец... Такой хитер, он тоже, ребята, плодит зомби. Нам может помочь здесь заморозка или еще что-то, но я не знаю. Будет ли такой шанс у нас? Так, ладно, это все ерунда. Давай-ка мы вот так, наверное, вызовем, да? Зачем я вызвал здесь всадника? Я ума не приложу. Для чего? Непонятно. Всадник здесь не особо нам поможет, если честно.
Так, Джаггер, давай, прикрывай. Так, ребят, ну, надо нам копить полюбасику на босса. Без него, как бы, ну, ничего не получится у нас просто-напросто. Так, ну что, дед мой готов, он уже пошел. Дед мой пошел, я жду, когда он вызовет своего этого призрака, чтобы я смог по нему звездануть, ребят. Так, ну пока он никого не вызывает. Странно. Вот он, вызвал. Сейчас, ребята, я попробую вот так вот. На, получи, дед. Дай ему жару. Так, еще, пожалуйста, звездани, еще звездани. Вот и нет, ребятули, никакого здесь жреца больше. Вы видели жреца? Я нет. Так, а вот здесь вот было плохо. Здесь деда у меня подбили. И подбил причем его взрывник. Да-да-да, взрывной камикадзе. Слушай, нам надо... Давайте вот так сделаем. Еще одного Джаггера, может быть, еще одного голема. У нас ураганчик появился. Мы этих сейчас олухов сдуем. У меня фаербол еще есть. Вот так. Ну что, я думаю, здесь будет уже победа за нами. У меня здесь очень много летающих юнитов стоит. Так, 38 секунд. И добивочный, добивочный. Да, ребята. Вот так вот мы с вами проходим эту игру. Шаг за шагом, уровень за уровнем, портал за порталом. И открываем сундук. И смотрим, что нам выпадает здесь. Так, отлично, ребята, ревард, то, что нужно. 9 карточек банши, 1 карточек у нас на деда и 10 тысяч почти голды. Плюс здесь 14 карточек на богиню солнца, 13 карточек у нас на зомби и 14 на храмового пса. Прыгаем. И смотрим здесь, ребята, вкратце. Значит, долина подданных, долина нефритовая у нас, долина захватчиков, также у нас долина нежити, долина, опять же, подданных и портал. То есть, раз, два, три, четыре, пять. 5 карт здесь. Так, 80-й уровень нас встречает. У нас еще много энергии, ребята. О, еще хватает. Так что, поехали, поиграем. Ой, зачем я... Блин, зачем я так сделал? Ладно, деваться некуда. Сейчас побежит, ребят, здесь разбойник. Нет? Ха, вот это для меня новость. Ладно, попробуем накопить на Джаггернаута. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, он бежит. Эть, не успею я, ребята. Че, твою мать, а? Не успел, к сожалению. Ладно, ребят, давайте сливаться здесь. Точнее, даже не сливаться, а мы просто сейчас на ускоренном пробежимся с вами и все. Так, разбойник. Эй! Да, как-то мы немножко здесь лопухнулись. Да ты достал уже, а? Абрикос бегает здесь. Все, зачикали. Лишний опыт никогда не бывает лишним. Поэтому переигрываем этот этап. Какой же... Может быть взять вот... Нет, тут какие-то дорогие. Хотя, подожди, почему дорогие? Нет, нормально, здесь у нас... Вы помните, ребята, мы с помощью некро... довольно неплохо спамили, да? Так, попробуем. Так, мечник, я пока... Давай. Зачем я так делаю? Да чё я... Чё я ерундой-то страдаю, блин? Ну, есть. Ух, есть всё-таки на свете справедливость, ребята. Мечник на мечник. Так, давай некро вызовем. Тут еще и заморозка нам фартанула. Так, а ну-ка иди отсюда, олух. Мы его подбили. Это изи, ребята. Думаю, здесь мы с вами победим. Ну, где там разбойник? Я не вижу его. Спит в оглоблях. Ладно, хорошо, я вызываю паладина. Тихо, вот он идет, эй. Ты смотри, там выеживается, а. Ну, побед за нами. И это круто. Так, следующий уровень. Смотрим, кто прибавляется здесь, ребята. Ну, опять же, лошпынчик мелкий, который нам будет здесь мешать. Поехали. Вот всадник на журавле и вообще летающие юниты чем хороши и чем плохи, ребята. Что они вот летят все время дальше, дальше, дальше. Если кто-то попадается им на пути, прямо перед ними, они ничего ему не делают. Вот это обидно. Он проходит просто и все. Ого! Эй, дорогой, ты не слишком ли ты тут много? Эй! Так, ребят, что-то мне не нравится тут. Как-то... Как-то все не так пошло, как хотелось бы. Так, голем, давай. Давай, наяриваем, бомбим их тут всех.
Что-то мы не можем тут, по-моему, пробить, ребят. Давай так сделаем, а? Ну-ка. Трави, трави, чумная, трави, пожалуйста, этих гаденышей. Вот. Фух, пробился все-таки, кажется, чуть-чуть. Вот этот мелкий, да, вот под шнырик, а, бесявый. Вот у нас и разбойничек, ребятули, ползет, видите? Ползет, собственно, персоной. Давай вот так вот мы его встретим. Ать, по красоте. Тут по-другому не скажешь. Карточку отдай сюда. Так, всадника на журавле вызовем на всякий случай. Ребят, фаербол. Вот так вот применим. И начинаем бомбить базу, в конце-то концов. Уже хватит на них любоваться, я думаю, да, ребят? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Главное, чтобы разбойник не вышел. А, в принципе, даже если выйдет, ничего страшного. Мы уже базу практически разбомбили. Да. Ух. Не жизнь, а сказка просто-напросто у нас получается. И здесь, ребят, прибавляется только лишь маг. Всего лишь маг, да? А что мы можем сделать против мага? Слушай, маг коварный чувак. У него, да, маг, будь здоров. Поэтому попробуем так разрулить. Поехали. Начнем, пожалуй. Так, кого же он будет вызывать? Наверное, разбойничка в первую очередь, да? Втихушку-то будет. Нет? Опять по старой схеме. Ладно, пока спешить не будем. Расстояние есть. Если что, ребята, призовем сейчас Джаггернаута в первую очередь. И с ним вместе, наверное, скорее всего, нам придется вызывать голема. Чтобы хоть как-то, ребята, здесь противостоять. О-о-о-о! Пробивает, ребят. Мышь, трави. Фаербол. Я говорю, фаербол, ёпрасоте. Чуть было не сплавились. Так, ну что, опять Джаггернаута вызываем. Так, вот это мне не нравится. Ты видел, что он сейчас сделал, ребят? Он просто снес с лица земли маг, я имею в виду, нашу чумную мышь. Ты смотри, как он бомбит. Просто псих какой-то настоящий, ребят. Он урон наносит всем. И наземным, и воздушным. Причем одновременно. Ты достал уже здесь уже выеживаться-то. Эй, смотри, что творит. Ты просто посмотри, что он творит. Мне вот это совсем не нравится. Слушай, он вообще оборзел, этот маг. Смотри. Ого. Так, карточку отдай. Он, ребята, ждет, чтобы я фаербол, наверное, применил, да? Или как? А, мы его все разобрали там. Ускоряемся. Слушайте, а боевой вот этот маг очень даже неплох, если честно, если разобраться. Вот он стоит сзади. Так, куда ты бежишь? Он стоит сзади, да? Например, впереди у нас танк, грубо говоря, Джаггернаут. А сзади вот этот вот маг, который наносит колоссальный урон. Причем и наземным, и воздушным целям. Круто, можно, кстати... взять его на заметочку, но для этого нужно его раскачивать. Так, ребята, здесь у нас жрица идет, да? А, энергии нету. Здесь у нас идет жрица, то есть она будет хилять вот этого черного мечника, черного рыцаря. Значит, нам нужно... А давай попробуем вот этим отрядом. У нас расстояние большое, если что, мы успеем, надеюсь, законтрить этого разбойника. Здесь вся соль в разбойнике, ребята. Он со своим инвизом меня сбивает с толку. Так, пока никто не идет. Вот он вышел, мечник. Сейчас жрицу отправит за ней. Это старая комба, до боли забитая, ребята, если честно. До боли, по-другому тут не скажешь. Я готов, ребята, я жду разбойника. Сейчас должен быть разбойник, по идее, так. Если что, у меня, ребята, суперудар накопится, я буду применять его. Но пока не вижу никого. Вот он, ребята, разбойник идет. Вот он выходит в инвиз. Вот он высвечивается, и мы его подбиваем. Нормуль. Тут нам ураганчик еще под стать выпадает. Правда, он в холостую у нас проработался, ну да ладно. Так, ведьма. Точнее, не ведьма, а жрица, успокойся, пожалуйста. Ну что, я вызываю, наверное, ребята, сейчас друидку. Или не стоит? Наверное, стоит. Так, ну, не успел. Не успел моя друидочка подбить его. Этого хмыреныша мелкого. Слушай, не нужно здесь никого вызывать, ребят. Мы сейчас... А, вообще-то, ладно, вызовем. Раз уж накопилась энергия, вызовем. Только бесполезно это все, мы и так разбомбили базу. Отлично. Ну что же, последний у нас этапчик. Здесь энергии нет, здесь еще две, здесь нет. О, ребята,
С энергией-то совсем плохо. Но, тем не менее, здесь у нас получится мега-серия. Я все это объединю, и будет очень круто. А мне нравится вот этот фон, да, ребят? Как будто вот стрелы падают. Как будто на поле битвы где-то. Так, что у него босс-то? Я вот не посмотрел, а? Так, тихо. Я знаю, что он сейчас в инвиз уйдет и тут же сразу проявится. А мы его тут бац и встретили, да? Ты видел? Ты видел, что Ронин делает? Он с удара, ребята, сносит, ну, практически любого, так скажем. Смотри, сейчас взорвется, придурок. Тыч! Готов. Обожаю я этого зомби. Раньше когда-то он у меня был имбой, ребята. Я помню, как играл им. И это было, кстати, круто. Так, маг тут еще вышел. Че он вышел? Ну, это изи катка, ребят. Вообще просто как-то... Даже... А кто там, интересно, должен был... А, король, он даже, ребят, не вышел. Он даже нас не поприветствовал. А мы с вами зарабатываем... Слушай, ну, неплохо. 9 мечников. Так, отлично. У нас еще одна, ребята, энергия, по-моему, осталась. И давайте ее потратим вот на этот уровень. Самурай плюс Терракоша будут нас встречать. Так, самурай и Терракоша, да? Оба... Так, ну самурай дешевенький, конечно. Но я хочу, знаете, что проверить? Нет, не будем мы так рисковать. Или будем? Давай посмотрим. Сможем мы его подбить сразу или нет? Какой там подбить сразу? Ё-моё, ты смотри! Да, ребят. Вот это надо было так лопухнуться, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто же знал, что вот так вот все получится? Ну, понимаете, мы получили с вами урон. Как я не люблю вот эти вот начальные уровни, потому что такое маленькое расстояние от замка до замка. Хорошо тут уже выделываться мне. Оу, ще. Гадость какая-то получается здесь. Терракоша этот еще бесявый. Терракотовый воин. Взорвись там. Этот сразу такой, да, в камень, типа, я не при делах. Каменная глыба, как он меня раздражает, а? Да, он медленный, ребята, но он... Вот своим вот этим окаменением просто раздражает. Серьезно вам говорю. Ну, понятно, ребят, что у нас здесь все не получится уже пройти идеально, потому что мы уже сфейлились. Но я хочу просто немножко получить опыта. Хотя бы капельку, если успеем. Давайте ускоримся, малька. Вызовем баллисту, которую сейчас же снесут. Или нет, не успели, к счастью. К счастью, не успели. Баллиста, почему-то у тебя не срабатывает в последнее время вот это вот, как сказать, заморозка, когда ты вгоняешь всех в стан. Так, отлично. Давай, баллиста. Нет, ну самурай на самом деле крепковатый парень. Чего уж тут говорить. Крепкий малый, да? 20 секунд, ребят, я не знаю, да, получится пробить. Баллиста постарается. Есть. Но, к сожалению, мы прошли не идеально, поэтому это будет перепроходиться все. Энергия у нас есть или нету? Ну, хоть где-нибудь откатилась, может быть? Нет, к сожалению, ребята, нету. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в нашу замечательную игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.